В центре Ярославля появилась новая достопримечательность. Арт-объект в виде куба символизирует доступность информационных технологий и, по словам создателей, исполняет желание. Новая точка бесплатного Wi-Fi доступа в сюжете Эльдара Мендиахметова. 3, 2, 1. Новый арт-объект на улице Революционная, первая самостоятельная работа студентки факультета архитектуры технического университета. Проект Анны Савчук воплотился в металле и пластике, там, где постоянно снуют студенты и туристы. Когда выдали нам техническое задание на этот конкурс, сразу родилась идея сделать что-то необычное, яркое, сочетающее в себе много граней, чтобы оно было одновременно и упорядоченное, и хаотичное, и спокойное, статичное, и в то же время живое и подвижное. Новая достопримечательность символизирует простоту и доступность информационных технологий. Кроме того, по словам автора, куб исполняет мечты. Для этого нужно лишь трижды покрутить табличку желанием. Стоит отметить, арт-объект гармонично вписался в пространство улицы. Он ненавязчив и не мешает пешеходам. А установка конструкции согласована с городскими властями. И ребята цель перед собой поставили, достигли ее. Мы, конечно, помогли. Сложностей нет никаких, но прошли определенную процедуру согласования со службами города. Город из-за этого только привлекательнее становится. А еще новый арт-объект – это точка бесплатного доступа в интернет для студентов и гостей города. Эльдар Мендиахметов, Василий Мосин.